хочу сегодня вам показать пару игр. Сначала мы поиграем в Kitchen. Давайте начнем. Это демо-версия игры Resident Evil, новой части. Это небольшая демка для VR. Да, у нас есть руки. Камера нам здесь не нужна, она здесь есть. Клэнси. Я не знаю, парень, что случилось. Я не знаю. Да. Руки разрежь. Эй, парень. Страшно ли мне? Да. Видел ли я это? Да. Но страшно мне, потому что я... Сел! В такой атмосфере... Почему? Да, руки. Оу! We gotta get the hell out of here! Я тебя вижу! Оу, мурашки, черт возьми, обожай! Привет! Да, можешь сразу её задержать. Ой, всё. Сейчас я немного вспотел. Да, ты страшная. Парень. Да, спасибо. Извини, парень, но так нужно было сделать. Я не могу немного... А, нет, могу. Не жоп. Чёрт! Я знаю эту штуку, но я не... Я боюсь все равно. Я очень пугливый человек. Поверьте мне. Но зато я очень круто вижу свои руки. Так, я могу немного... О, все, отрегулировать. О, черт. Да, я понял. Стойте. О, все. И знаете... Ночью... Вот здесь, в VR... Это страшно. Поймите, это реально страшно. Я понимаю, что вам, возможно, тоже страшно. Давайте вместе держаться. И тогда будет... Тогда будет все нормально. Тогда будет все нормально. Тем более, это не последняя игра, в которую мы сегодня поиграем. О! Как это сладко. Я бы... О! Черт! Да, привет. Черт. Фух. Я подниму. Я просто хочу знать, что я еще жив. О, мой живот уже не хочет этого. Нет, не PlayStation VR. Виноват в этом. Да, вам тоже. Продолжение ужасов в Resident Evil 7 Biohazard. Спасибо большое. Привет, бойскауты. Until Dawn, Rush of Blood. Это то, что вы хотели. Это, к сожалению, демо-версия. Или, к счастью, наверное, все-таки к счастью. Это демо-версия. Я ее показывал уже друзьям, давайте будем честны. Но я сам в нее никогда не играл. Вот это я вам точно говорю, это мое обещание. Я буду играть с этими штуками. Я даже не знаю, встретятся они сейчас или нет. Оу. Мой живот не хотел этого. Окей, кстати, да, в Until Dawn я не играл. То есть в игру я очень хотел попробовать. И я знаю, что это такое, ну, как бы полукино. Но я не играл. Я пока не знаю вообще, где мы. Привет, голова кукольная. Ты мне напоминаешь историю игрушек. Там тоже был такой паучок. Контроллер движений. Да. Спасибо. Вот мои руки. Вот честно скажите, вы к этому готовы? Я ни разу. Но мы начнем.
Погнали! У меня есть пистолеты, и знаете... да, давайте нормально, на низком не хочу. Знаете, вот когда в играх есть пистолет... О, привет. Внимание, внимание! Вот это был внезапный да. поворот. Ты что похож на Джека Николсона. Ну ладно. Немного. Ну, что так. Исправить. Да, кстати говоря, ты только не волнуйся, но там был газ. Совершенно безвредный, за исключением одного эффекта. Он может вызвать у тебя галлюцинации. А, да? Ладно. Так, если там... Я не знаю, можно ли доверять тебе такое оружие. Но надо защищаться. Который ты сделал, я неплохо сказал. Стреляю, так что, парень, иди мне... Вперед. Воу, обрезы, конечно. Это довольно круто. Гляди в оба. Выдохнем. И давайте начнем. Оу, тут есть фонари. Супер. Я не знаю... Вы видите вообще, да, эти штуки? Ну, вас, понятное дело, не обрезы. Биг-биг! Я понятия не имею, какой сюжет и связан ли Until Dawn с этой игрой. Скорее всего, да, то есть, по-моему, какая-то связь есть, но это, типа, просто штука для VR. Ладно, здесь загрузка, здесь ничего нет. Это хорошо. Потому что я ненавижу такие темные туннели, это всегда пугает. Оу, черт, меня напугали. А где ты? А, окей. Привет. Я никогда больше в это играть... Нет, ну, может быть и буду. Так, сейчас, сейчас, извините, я немного... да, забыл, о чем я. Давай, 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 давай! Свинки, привет! Беги, 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 я вас обожаю! Тихо, тихо. Оу, это... Как это называется? Бойня, да? Боже мой. Ну, это весьма реалистично, то есть, знаете... вот такое чувство... Нет, понятное дело, я в жизни бы на такой штуке не побывал, но все же, это... Как-то вот... Не знаю, очень реалистично, как будто ты действительно где-то едешь, и я сейчас сижу на стуле. И такое чувство, что я правда в вагонетке в этой сижу. Черт возьми. Куда стреляешь? А, вот. Я так понимаю, нужно болтать с звездочком красным. А нет, ничего. Сейчас. О, я! Четко! О! Так, 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 темнота! Темнота, темнота, тем... Сейчас. Я не закрываю глаза. О, иди. А-а-а, чёрт! Хотлайн Майами жив! Это большая... О, мясо! Чёрт, простите, я правда сильно-сильно боюсь. О. Поехали! Вау! Такое чувство, что я еду, серьезно! О. Вау! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! О, камера! Да, у меня тоже есть такая же. Может быть, не такая же, но похожая. Детская. Оу! Черт, это действительно такое чувство, что я еду где-то. Оу! У меня немного еще руки трясутся. Вау! Так, главное не упасть со стула, это было бы, конечно, смешно для видео, но... Штука. Да, я слышу этот смех, возможно, и вы его... Знаете, когда я сильно боюсь, я много говорю, наверное. Вагонетка крута! Это загрузка или что это? Вот это эффект, черт! У меня... Я потратил... Как сменить? Почему у меня обрез закончился? А,
Черт, Доктор Стрэндж и добрался сюда. Кстати, сегодня он выходит. Я, получается, выпущу это видео и уже буду смотреть Доктора Стрэнджа. Но снимаю я это немного раньше. А, точно, я забыл. Черт, я, кажется, знаю. Ты... А, блин, не надо стрелять, это же патроны. А как узнать? 2400 это очков моих? Ну нет, нет. И вазочка. О, спасибо, X2. А, черт, а, черт. Я не думаю, что нужно бояться вас, но, знаете, они летают. Оу! У меня руки вспотели. Оу, я получил обрез. Ты кто? Это клоун, черт. У меня нет боязни клоунов, но, знаете, я бы не хотел, чтобы какой-то злобный клоун вот такой, например, на меня напал. Кто еще? Кто еще? Оу, я думал, здесь был кто-то. Давай, давай, какой ты крутой, а я Блейд. Вау. Ну давай, 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 ко мне, бабочки. Так. Окей. 5 из 10 предметов. Счет 19073 с минусом. Это плохо, чуваки. Это плохо. Но с меня точно хватит. Я уже не могу. У меня просто... Мое тело уже не хочет здесь сидеть. И знаете, такое чувство, что сзади меня кто-то сейчас стоит. Я проверю, пожалуй. Знаете, всего бояться не стоит. Большое спасибо, что вы посмотрели этот ролик. Я надеюсь, он вам понравился. Если так, то можете поддержать вот таким виртуальным лайком. Если вам нравятся игры в PlayStation VR, то тоже поддерживайте. Я чувствую, что здесь кто-то стоит. Вроде нет, я просто один. Подписывайтесь, всем спасибо, всем пока!